made me realize that. Профессиональные вещи, которые произошли со мной на этой десятке, должны были показать мне, что моя вера в высшее знание была очень интеллектуальной. Я не мог почувствовать это. Я хочу знать, что я могу сделать больше, что я могу добавить, чтобы вера выше моего знания была в ощущении. Если у тебя есть десятка, ты не можешь быть в интеллектуальных там разных состояниях, ты можешь быть в практических состояниях, когда вы можете сесть и обсудить, но серьезно обсудить, да? Что мы можем сделать для того, чтобы выйти из отсутствия контакта, отсутствие ощущения, что мы объединены, из отсутствия ощущения, что мы объединены и не можем вследствие этого объединения раскрыть Творца, в котором может раскрыться Творец. Мы можем найти связь между нами, как мы ловим рыбу, так как мы должны эту сеть создать, чтобы словить его. Это то, что нам нужно. Поговорите об этом. Подумайте, с помощью каких мыслей, желаний, усилий мы можем объединиться для того, чтобы словить Творца между нами. Он не находится в воде, где мы хотим словить его. Он находится только с помощью того, что мы думаем, что мы хотим словить его. И вдруг мы видим, что мы в нашей мысли, в нашем желании делаем. И тогда он находится. Мы как бы низводим его с более высокой ступени на нашу ступень, и тогда он материализуется, раскрывается. Рав, это было что-то личное. Я не думаю, что остальная моя десятка солидарна со мной. Попробуйте делать это вместе. Гораздо легче и быстрее это произойдет.